Мария Максакова о новом романе. Мария Максакова отмечает круглую дату. Яркой, привлекательной блондинке исполнилось 40 лет. И по этому поводу она дала большое интервью. В России не принято отмечать 40-летие. Однако Мария Максакова вовсе не по этой причине не будет широко справлять юбилей. С Денисом я шутила, что буду, кажется, первой женщиной в его жизни, которая перейдет с ним 40-летний рубеж. Он тоже очень веселится по этому поводу. И если бы был жив, то я, конечно, еще как отмечала бы юбилей. Суеверия меня мало волновали. И хотя я чувствую себя окруженной вниманием и заботой со стороны Украины, украинцев, но в моей нынешней ситуации грусти хватает. И, конечно, не внутреннего настроения на какие-то празднования. Огромная по Денису тоска. Очень по нему скучаю. Так что отмечать не буду. Но не из-за суеверий. Объяснила певица. К юбилею Мария сильно изменилась. Коротко постриглась, похудела, сменила стиль одежды. Максакова отметила, что ей просто не оставили выбора. Когда все это произошло, и мне казалось, что я на полном дне своей жизни, в этот момент с этого низа мне стали активно стучать со всех российских каналов. И я поняла, что у меня нет никакой возможности быть и выглядеть убитой жизнью, задавленной судьбой. В этом смысле им надо отдать должное за эту роль, потому что всеми своими глупостями они вынудили меня взять себя в руки. Как сказал кто-то из моих друзей, они не рассчитали, что напоролись на влюбленную женщину. «Кому нужна ноющая, сопливая, убитая горем?» – фигушки, заявила Мария. По словам артистки, теперь у нее нет времени накручивать эти волосы, выпрямлять, начесывать. Поэтому нашла такой вот мальчишеский стиль. Все мои занятия красотой теперь укладываются утром в 5 минут. Процедура отработана, моментально все высушивается феном. И самое большее – перманентный лак на ногтях, чтобы потом какое-то время этим не заниматься, рассказала артистка.